suomalaiset ystävät kollegamme. Я думаю, что и Финляндия, и Россия могли бы без всякого сомнения использовать топ. Мы полагаем, что у России и Финляндии никаких территориальных вопросов и споров нет. Katsomme, että Venäjän ja Suomen välillä ei ole olemassa minkäänlaisia aluekysymyksiä ja kinauksia. Мы исходим из того, что эти проблемы урегулированы в международно-правовом плане. Я хочу поблагодарить президента Финляндской Республики и ее коллег за очень содержательный, интересный и полезный диалог. Piste se, että tällaisia keskusteluita voitaisiin. Партнер, приятель, приятельство наших народа и держава и трайно. Телецентр является криминальным военным преступлением. Целая агрессия НАТО пакта и злочин. Это верно. Вся агрессия НАТО пакта, НАТО альянса, она является преступлением. НАТО я напал одну землю, которая желала прежде всего мир. НАТО атаковала страну, которая хотела мира. Нападнута мира. Земля, которая никому не претила. Она никому не угрожала. Из-за кого представляла опасность. Не... We believe that have been a right decision which will be remembered not only but by the those 100,000 people which have been saved from the genocide of the Milosevic regime, but also from the international community, which have seen from TV channels, from general media, what kind of policy Milosevic have applied in Kosovo.